И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и Даша, и сегодня играем в Warhammer 3D. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Надеюсь, ребята, вам понравится эта игрушка. Напишите вообще в комментариях, кто играл в Червяков 2D, потому что, мне кажется, каждый играл в детстве в эту игрушечку. Так, что я могу сделать? О, я могу на голову бросить динамит. Блин, под косой динамит он отлетел. Он так прикольно кричал. Разогреваемся, ребята. Да только начал. А кто сейчас ходит у нас? Даша. Давай, Даша, опозорься. Ой, покажи, как надо ходить. У Даши прикольные червячки. В таких ментовских кепочках. Военная, типа, да. Так, думает. Кого увалить? Опа, дробаш пошел. Ну не убивай меня, смотри, как он добрый и хороший. Промахнись! Короче, будем Дашу давить с Диманом специально, раз такая трудная. А чё? А потому что. Нельзя так. Можно, можно. Это как получится, я шучу. Всё, телепортироваться буду опять по всей карте. Как тогда мы играли. Так, Димончик ходит. Димончик, давай покажи вещи. Как надо быть. Как надо быть мощным червячком. Кстати, мы с Дашей играли вчера нормально, так времени, а Димончик играет второй раз, поэтому у него опыт еще. Только добавляется. Ну, 2D червячки дали ему свой толчок. Он понимает, в чем смысл, какие оружия, что тут делать, как проигрывать, как выигрывать. Сейчас, Дашуля, ты это взорвешься там. Думаешь, достанет? Сейчас проверим. Убила! Димончик, красавчик. 12 баллов по 13-бальной шкале. Так, я хожу. Не убивай мою пукаку. Надо, Даша. Закинешь? Да. Вот, блин, не долетело. Но тебе бита неплохо в голову заехал. Ну, сейчас я... Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, потому что у нас отличное настроение. Мы готовы поднимать его тоже. Надеюсь, оно у вас поднимется. Ой, устал, зевает. Так, что будет делать Даша? Смотрим. Думает. У овца это сильно. На. Минус. Убила? Yeah. Да. Да, я вижу. 72. Овца что, сотку? Не, она максимально 75 отнимает, когда в притирку взрывается. Да. Зубы так скалит, прикольно у Димона. Элвис Пресли, червячок. Так. Ага. Что могу сделать тут? Ну, биты классно воду скидывать. Тут, ребята, Ксюша пришла, передает вам привет. Ты воду я решил скинуть, да, я так понимаю? Да, миной. Давай проверим. Не получилось, мне не долетела, кстати, она, увидите потом. Да, я вижу. Чуть-чуть не хватило. Может быть, если ты ближе подложил бы, она выше бы пролетела. Ну, хотя тут не факт. Так, я хожу. Минус 2 у меня. Ну, норм, играем дальше. Мы только разогрелись. Даша, ты готова проиграть? Подождем, есть чем увольнуть ее? О, у меня кулак есть. Кулака хватит, чтобы она улетела. Огненный кулак. Быстрее уходи от воды, уходи. Есть, я далеко от воды. Ага. Да вообще, Дима, надо же, как было, в начале хода взять ее всех червяков позабивать. Молотков, чтобы они все сидели на месте. И угорать с ней, как она будет играть. Смотрим, что Даша предпримет. Даже такие названия червяков: пукалка, пердюшкин, че же у тебя там, какие у тебя там имена. Ты сама подписывала пукалка? Да. Так, что-то она будет сейчас делать. 4-3. Ах ты, говняшка. Забила тебя. Давай, Дима, покажи силу червячечью. Червячинную силу. Далеко ты, Даша, не убежала, я смотрю. Да, вон она здесь. Еще 125 жизней, вообще хитрая, что ли? На голову ей прыгай. Так, что сейчас Димончик предпримет? Тоже забьешь ее молотком? Да, давай. На, и уходи сразу. Пукалка, да? О. О, это последний червяк вроде Даши. Неплохо я его гасанул. Сколько жизней? Ого. Все, я Дашу убил. Это мой, что ли? Нет!
Отравила двоих. Ого. Отместочку, да, сделала? Хорошо. Хорошо, мы тебя запомним. У Даши рейтинг вообще манипусенький. Так, мы сейчас с диваном потягаемся. Интересно, кто червей озвучил? Без понятия. Я, короче, не успею дойти, придется мне здесь кое-что предпринять. Я уже вижу, что ты хочешь сделать. Мой червяк, бедненький. Ну не сильно, кстати, там через полы. У нас Димон-то несколько червей, у него всего один. У нас-то побольше шансов. Ну, отравила, конечно, не в тему. Теперь каждый ход будет по 10% отниматься же душки. Но она не поднимается. Ой-ой-ой-ой. В лобешнее. Но. Не попал? В смысле? А так я в голову уже выстрелил. Ах ты, девас. Я прям молчу, знаешь, так посмотри вашу реакцию. Я хитрый, я хочу выиграть, я не хочу проигрывать. Я хочу затащить. Ну как получится? Хотя у Димона покемона самый высший рейтинг среди всех. Он еще может и выиграть. Ну хотя он уже забитый, Даша забитая. У Димона уже два червя вбитых. Неудобно, да, Даша? Никак, не так, не сяк. Неудобно. Ну воздушный удар может есть. Он, блин, только сказал за него. Ты себя сейчас убьешь так. Да, смотри. Ну не убьешь, но по крайней мере покалечишь. Нет. Да, оно криво вообще прилетело все. Оно как-то так неудобно стреляет, надо привыкнуть, как этот воздушный удар работает. Так, Димончик, давай. Я не помню, а в 2D было, что можно было вбивать, и червяк не двигался? Не знаю. Я вот не помню. Ой, а что это за граната у тебя такая? Прикольно, она еще распадает. А, минус 6, слабенько. Это фиолетовенько сзади было. Опа, еще одного. Я всех побиваю вас. Не будете вы двигаться, сидите на месте. Мы еще так показывают лайк, типа классно, нравится. На моему. Нет, нет, не надо. Не кидай гранату мне. Я еще в яме, она сейчас... Прям туда. Мать моя девственница. Ну отравил, не убил. Потому что каждый ход будет отниматься, все. Так что ты не взял? Ну, как хочешь. О, сейчас из зелененького убьешь. Ну... Я тебя выгнал, что ли, с ямы? Блин, нафиг я это сделал? Ну я, может, тебя убил? Блин, 14 хп осталось. Сейчас я пойду собирать хпшки. Ну давай, давай, давай. Они тебе не помогут. А далеко не убежишь. Да, один червяк еще там в жизни у него. Сейчас где-то с высоты упадет и ход пропустит свой. А вот хпшки рядом. О, это 25 хп, это знаешь ни о чем. Что за оружие выпало тебе? Не скажу. Не скажу. Так. А где еще хп? Хпшек больше нету. Ну, Даша рейтинг совсем маленький. И осталось чуть-чуть. Что в сундуке, интересно? О, еще что-то прилетело. А, жизни. Успеет ли Даша добежать? Ну-ну-ну. Давай, 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 не успей. Еще жизни прилетели? Жизнь она собирала и заховалась. Молодец. Так, Диманчик, давай. Не в кого еще стреляет, только воздушным ударом. Не, можно стрельнуть, если придет уже ракета и самонаводящая. Ты ставишь точку, стреляешь. Опа, не... Опа, куда, куда, куда? А куда ты? Никуда тебе не выстрелить. А, он тебя хочет выгнать. Не, Дима, надо только рядом взрыв, так не получится. Прямо на стену туда. Ну, попытка хорошая. Блин, отравленный. Чувачок мой. Чехоточник. Чехоточник, да. Я сейчас Дашу уничтожу. Если успеет. А успеет 30 секунд. Не, не надо. Тут такое время детей делают. Да я еще пока.
Да я поживу еще. Да зачем тебе жить? Ну, опа, еще. Ну да, еще поживу. Блин, а я не знаю, чем тебя убить. Ничем мне не убить. Ничем тебя не убить? Да ладно. Не-не-не, не надо. Мину брось, там нормально. Твою мать, не успел! Одну секунду, я уже дал базуку. Чуть-чуть бы не успел энергию набрать. Я просто подальше от воды и от бочек ухожу, чтобы меня не убили. Ну ничего, так интереснее играть. У тебя 3 хп. Блин, перданул на свою голову. Блин, пукать нельзя, потому что, видите, радиационная пердёж мой отнимает у меня жизни. Блин, настроение классное вообще. Игра поднимает настроение на все 100. Ну давай. Пальцем. Тыщ. А жизни не отнимутся. Ну? Не отнялись? Нет, не отнимает пальцы. Это столкнуть. Это толкнуть с обрыва или откуда-то вытолкнуть. Ай, прикол. Так, Димончик, давай. Ты ему еще не скоро будешь ходить, так что я тебя еще могу убить. Ну да, в принципе. О, вот это уже. Гранат опять улетел у меня просто. Да, набирать вообще. Просто чик и сразу бросить. Ой, ты себя отравил сильно, Димончик. А мой стоит возле Димаса, так что он не будет меня трогать. Так у Димаса хп это 3 хп, он может и пожертвовать, кстати. Ну так у него один останется. Нам не войдешь. Тан-та-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Наш, запищало. Ой, и того тоже. Так, Димончик ходит. Ну сейчас будет конец игры. Посмотрим, кто из нас выиграет. Ну-ка. 8 секунд. 7. 6. А, время кончилось, и можно дальше играть? Вода будет набираться, мне кажется. Ого. Надо на высокую точку лететь? А, там что-то летит. Вроде как. А, если сейчас будет урон каждому наноситься. Давай, упади. Нет. Давай, ну упади, давай. Блин, не успел. Нет, видишь, он руками... Вот ты жестокая. Вы не жестокие. Ты просто жестокая. Хотели меня одну убить. Диван покемон все равно тащит. Сейчас мы его... Мой такой обиженный червячок. Теперь я продуваю, вроде тащил в начале игры, теперь начинаю проигрывать. Так, Димон, давай, выиграй ее уже. А у Димона все закопаны. Блин, нафиг я их закапывал. О, так ты, Димон, выйдешь. И то сильно далеко все равно. А нет. Все, и еще тебе урон наносится, я сейчас тебя опять закопаю. Далеко идти к нему, не закопаешь. Да нет, сейчас закопаю. А нет, Димас. О, сейчас Димас-то вообще нормально разносит. Я специально возле стенки стала, чтобы... Гранату, Димас, кидай ей. О, да, вода затопляется. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Точка на высоте тут выиграет, походу. Сильно-сильно, ребята, я придумал. Да, я вижу, прям быстро заполняется. Даша, давай. Даша проиграет сейчас, она в воде. Да, но... Выиграет... Не кто тот сильнее, а тот, кто умнее. О, Даша в воде. Уже вот-вот и проиграет. Давай, давай. Она неплохо управляет. А нет. Еще выше летишь. Даша! Ой, блин, мне сейчас живот лопнет. Да, Диман, это прикольно. Мы с Диманом вдвоем, да, остались, получается? Да. У кого, Диман? У Димана рейтинг выше, у него двое червя, у меня один. Я умер, Димас, я пожертвовал одним червяком. Да надо было лучше пропустить ход. Но у тебя ж один остался, мне до тебя далеко. Блин, я сейчас опять боюсь прыгнуть. А ты все, ты меня победил. Ты меня, наверное, победил уже. Думаешь? Ой, Димас, почти упал.
Ува, давай со снайперки его. Все. Проверяем, попал, не попал. Ну-ка. Сильное заявление. Ой, четко Димон попал. Просто четко. Это будет фейерверки. Ой, это была битва о. Очень красивая и прикольная. Запела. Да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!